Вы не знаете, как происходит отдача, вы не знаете, как можно повлиять, вы не знаете, как это все работает. Поэтому перед тем, как начинать влиять или спрашивать об эзотерике, у эзотерика-эксперта необходимо, наверное, сначала развивать это. Чем человек влияет? Он влияет психической энергией, которая, как известно, возникает у человека в тот момент, когда он испытывает состояние радости, удовольствия или даже любви. И в случае, если у вас это есть, и вы знаете, что у вас это накоплено, то вот такой энергией вы можете влиять. Как это сделать? Это целая лекция отдельная. Смотрите, мои первые ступени, она выложена, до речи, кстати, бесплатно, прямо в YouTube-канале моем, на котором вы сейчас находитесь, там я об этом все рассказываю. Ну, так вот, смотрите, жизнь человека устроена по принципу карт Леви. Что это такое? Человек, когда живет, то его видимая часть, которую мы видим, которая ходит по этому миру, она называется видимой материальной частью. Но, согласно эзотерическим знаниям, существует еще перевернутая эзотерическая часть, которая ходит в зеркальном отражении под землей или под человеком. Это темная сторона, то есть светлая сторона идет над землей, темная сторона идет под землей. Таким образом, человека разделяет земля. Если представить человека, обвести его указательным пальцем, представляя его сверху тем, кем он является, и снизу тем, кем он является, то есть просто своей копией зеркально отраженной. И сказать, пусть самое злое проявится сейчас в моем сыне и муже. После чего представляете сына, как будто он пьяный, матерится, злой. Вы знаете, очень важно заметить в человеке вот то проявление алкоголя, которое типично для определенного качества. То есть вот у каждого алкоголика есть определенное проявленное качество, определенный какой-то необычный взгляд, или определенный необычный рефлекс, который он проявляет исключительно, когда он в пьяном состоянии. Это особые взмахи рукой, или особый вид лица, или особый взгляд даже, или особые даже слова. В этот момент вы должны максимально вспомнить и найти того, кто отличается на 100% от вашего сына или мужа. Увидите это существо или увидите этого сына вашего, которого так перекривлен за счет этого алкоголя, и представить, будто вы берете вот этого алкоголика и вверх тормашками под землю расставите, а сверху ставите и обводите хорошего, улыбающегося, которым вы обнимаетесь и которого вы целуете. После этого и первого, и второго запечатываете со словами «Ом Ахум Хахо Хрим». И ставите ваджарные крестики. В случае, если вы не умеете это делать, я рекомендую пройти мою первую ступень. Обязательно делайте ритуальную защиту перед тем, как вы начнете это делать. И делайте все через призму, которая называется призмой своего духовного имени. Если первого и второго нет, то не начинайте. Ну, пробуйте.